В районном доме культуры состоялась церемония награждения победителей конкурса главы Ахтубинского района. В этот день в зале собрались школьники, которые показали высокие результаты в учебе, творчестве и спорте. От имени главы района номинантов поздравил заместитель руководителя администрации Александр Агарков. Всегда с удовольствием посещаю такие мероприятия, где поздравляем наших самых лучших передовиков. Это действительно наша надежда на будущее. Я понимаю, что это плод труда педагогов, тренеров, родителей. Награждение проходило по трем номинациям: лучшие учащиеся общеобразовательных учреждений, лучшие учащиеся учреждений культуры, дополнительного образования и художественной самодеятельности, а также лучший спортсмен. В этом году почетные награды удостоены 32 школьника. В торжественной обстановке Александр Агарков вручил победителям конкурса свидетельства и ценные подарки, а их родителям благодарственные письма. То, что родители выходили на сцену вместе с детьми, очень даже правильно. Когда в семье мамы и папы поддерживают своих сыновей и дочерей, тем проще покорять любые вершины. Михаил Емцев – победитель ряда школьных олимпиад. Он решил посвятить свою жизнь медицине и уверенно идет к своей цели. Это уже осознанное решение было. Кто-то из родителей в медицине? Почему именно такой выбор? Нет, но родители повлияли на мое решение. Посоветовали и где надо направили. Трудно быть лучшей из лучших? Я думаю, нет, потому что это очень ответственное такое звание, быть лучшим. Но с помощью моих учителей передаю им большой привет и благодарность. Это несложно. Очень гордимся своей дочерью. Она у нас с первого класса. Занимается только на пятерке, благодаря нашим педагогам 12-й школы. Очень рада, что проводятся такие конкурсы. Они дают действительно огромную возможность порадоваться родителям за мои успехи. И мне самой такой толчок, самой себе. В моей жизни играет спорт большую роль. Это, во-первых, мое здоровье. Во-вторых, спорт для меня стал как вторая школа. Ведь в спорте я нашел себе новых друзей, новое общение. Спорту я даю большую часть своему времени. И в спорте я достигаю больших результатов, которые мне в дальнейшем могут помочь в жизни. На учебу остается время? Да, конечно, в учебе я тоже не отстаю. В спорте что самое главное? Ну, это уверенность и сила. Каким видом спорта? Рукопашный бой. Я хочу окончить школу, поступить в военную и помогать людям. То, что я смог выполнить третий спортивный разряд, скорее всего, является моим самым главным достижением за этот первый мой спортивный год. А цель какая? Цель дальше выше, чем выше, тем лучше. Более престижные разряды в плане КМС и первого спортивного. Таких. В легкой атлетике? Да, в легкой атлетике. Гордитесь сыном? Очень горжусь. Всегда поддерживаем, всегда стараемся, чтобы в ответственную минуту быть рядом. Ну и гордимся. Еще, конечно же, очень большое спасибо нашим тренерам. Они вот из наших детей прям делают, куют самых настоящих победителей. В первую очередь нужно работать, еще раз работать, не сдаваться, что-то не получается. Продолжать делать, и тогда ты точно дойдешь к своей цели. В числе награжденных были и юные волонтеры. Самые главные человеческие качества, которые ты ценишь? Доброта. Счастливого человека, доброго, воспитанного, такого жизнедеятельного. Ты такой? Такой. Да, стараюсь быть таким. Он очень активный участник художественной самодеятельности, активный участник всех массовых мероприятий и активный волонтер, принимает участие во всех мероприятиях и в школе, и в жизни, и в Доме культуры. Елена Петченко, Владислав Лихварь, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ.